Ребята, всем привет и доброго времени. Имеется у меня пластик, закрывающий заднюю стойку на B3 Passat, на универсале. Вот. С левой стороны, с водительской, он ставится вот так вот поверх всего пластика и закрывает заднюю стойку вот в этой части автомобиля. Ну, что вам о нем сказать? Здесь имеется дырочка от самореза. Кто-то его здесь саморезом вот так вот прям крепил. Здесь имеется заводское крепление целое. Заводское крепление целое. Больше болтов тут нету. И вот это вот раскрепление, вот видите, стоит. Оно тоже заводское, тоже целое. Вот это вот подогнуто, прям вплотную, целенькое. Вот еще одно, видите, тоже целенькое. А вот здесь вот направляйка отломана. Но не беда, потому что практически все крепления на нем целые. И я не понимаю, зачем его прикручивали сверху с саморезом. Вот. Если кому-то нужен данный девайс, то, конечно же, пишите, спрашивайте. Я его продаю. Будет вам счастье, будет вам целая вот такая деталь на ваш B3 Passat. На ней, конечно же, имеются царапины, вмятины, потертости, но нету сколов и отломанных деталей по внешнему виду. Вот. Только вот эта вот одна дырочка, которую можно спокойненько заклеить, и ее не будет видно. Ну что, на этом всем добра, всем пока и удачи. Читайте описание, там будет все.